Иду я, значит, такой по лесу, наверное, уже километра 3 прошел, а может всего лишь 2 километра прошел, ну не знаю, я уже устал. И смотрите, что я нашел в лесу. Какой-то мемориальный комплекс. Табличка гласит о том, что здесь похоронены жители Фокино, и вот их фамилии перечисляются. Вот такое место там грустное. Рядом с этим мемориальным комплексом есть еще второй мемориальный комплекс. Здесь написано, что место казни советских людей гитлеровскими захватчиками 21 сентября 1942 года. А здесь вот на дереве такая висит табличка. Место казни советских людей гитлеровскими захватчиками 21 сентября 1942 года. Грустное место. А я иду вот в ту сторону. И уже отсюда видны фокинские карьеры. Зайду на карьеры, посмотрю, что там. В том году я был уже на фокинских карьерах, снимал видео о них. И можно будет в этом году, я думаю, тоже снять видео. Посмотрите, что я заметил. Двое котов ходит. Кто-то выбросил котов. И они вот ходят рядом в фокинские карьеры. А вот здесь коты двое штук черные. Сейчас подойду поближе, посмотрим, если они только не убегут. Видите, люди привозят котов сюда и выбрасывают. Зачем-то заводят, потом выбрасывают. Это, наверное, был кот. А вон то кошка черная. Сейчас тихо дойти. Не спугнуть, я не хочу ее пугать. Но она испугается, убежит. Люди выбрасывают животных, они потом зимой умирают. Думаю, навряд ли это какой-то дикий кот там. Супер-пупер редкое животное в Брянской области. Просто люди выбросили кота и кошку. И вот они здесь и ходят. Видите, кошка это пошла, а то был кот. Можете приехать, поймать себе домой, забрать. Все, кошка меня заметила, убежала. 1 час с небольшим моего хода я добрался до деревни Верхние Верхи. Так, я сейчас пойду до деревни. Что первым делом мне нужно? Мне нужно набрать воды. Я очень сильно хочу пить, у меня губы обсохли. Попью воды и пойду уже до Фокина пешком, тут недалеко будет. Возможно, поймаю маршрутку и доеду, а возможно, мне придется идти пешком. Если совсем будет все плохо, можно идти до Дарковичей, до новых Дарковичей или до старых Дарковичей, сесть там на маршрутку и уже приехать в Брянск. Такая история, непростая, но это возможно. Здесь объявление висит, что будет собрание. А так сами жители развлекаются, костры палят. Ну, здесь есть и зажиточные люди. 2 машины, 3-я работает. С центральным водоснабжением у них здесь проблемы. Его нету просто. Посмотрим, что у них здесь за вода. Ой, что-то лучше я потерплю. Передумал я что-то пить, лучше потерпеть, но колодец видно нормально выглядит. Но я лучше потерплю, что-то как перехотелось пить. Тут банда козлят. Маленький козленок.
Нашел я пару яблок. Такие вот. Главное, чтобы не скрутило, как Навального. Последний раз я ел. Это было в 9 часов. Я уже сильно проголодался. Нашел я, значит, до этого места. Хотел вам рассказать, когда сюда можно на маршрутке добраться, узнать информацию об этом месте. Чтобы вот карьеры посмотреть. Но знаете, здесь ничего нету. Там объявления одни: навоз куриный, навоз обычный, куплю-продам. Здесь срач только. Объявления все поснимали. Там собрание, навоз, сдам КамАЗ в аренду. Всякая такая лабуда. Вот это я не знаю, что у них за здание. По всей видимости, оно такое полузаброшенное. Возможно, это местный магазин. О, черт! Здесь есть расписание. Но я, правда, не знаю, какая маршрутка здесь будет ходить. Видно? Думаю, сюда вверхи попасть — это такой себе квест. Почти невыполнимый, я бы сказал. Ну что, сейчас думаю зайти на карьер разок. Хочу экскаватор сфотографировать. Покидаем мы верхи. И идем пешком до Фокина. Видите, под моими ногами известь. Ее обжигают и потом получают цемент. Сейчас хочу подняться до экскаватора. Вон он там находится. Вот тут главное пыль не поднимать, она очень летучая. Вот это вот известь. Мои ноги, ну придется постирать их. У меня одни кроссовки. Запасных нет. Я думаю, по всей видимости, эта дорога ведет прямо на карьер. Ага, вот здесь. Как-нибудь бы вдоль поля. О, чувак на электровелике едет. Но у меня нет электровелика, так что... Ой, блядь. Пойду я, пожалуй, по траве. Блядь, оно все в цементе, ёбаны. Я весь... Блядь. Не варик, короче, идти по траве, потому что... На ней много цемента, вот этой пыли. Все это в рот летит. Наверное, нужно ехать сюда после дождей, когда эту всю пыль прибьет. Я был после дождей, ходил по траве, только возле самой этой башни, которая дымит. И у меня одежда так нормально была в пыли, пришлось все стирать. Я не хочу стирать. Я только вчера эту одежду постирал. Пускай чистая будет, кроссовки уже постираю. Можно по дороге пройти, в принципе. Ладно, пройду по дороге, пока солнце еще не село. У меня время есть. По дороге нормально идти. Тут пыли не так особо много. А вот по этой траве как бы не вариант идти. Она пыльная. Посмотрите, где я оказался. Это известняк. Я решился немного все-таки пройти по траве. Теперь у меня во рту вкус цемента. Сейчас бочком-бочком и поднимемся. Ноги проваливаются. А я на вершине. Осталось немного. Фу-ху-ху. Забрался я наверх. Одышка появилась. Наверное, одышка, слабость появилась, потому что я ничего уже давно не ел. Поднялся. Пока поднялся на горку, энергии много зарасходовал. Резервные. Поэтому слабость появилась такая. Надо покушать. А есть нечего. Я последние яблоки съел, 3 штуки. Вон оттуда, сверху. Так на велосипеде прокатиться. Но самая высокая горка — это вон там, почти в начале. Пойду сейчас вниз, спущусь где-нибудь вот здесь. Пару фотографий сделаю и погоню. С квадрокоптера это бы все хорошо смотрелось. 1, 2, 3, 4, 5, наверное, вагонов. Буду спускаться уже не в этом месте, потому что здесь как бы сильно круто. А спущусь я вот здесь. Здесь не такой уклон большой.
Вот, где мне спуститься? Вот. В чем вопрос? Здесь бы же можно было на вершине на мотоцикле прокатиться, но вот как сюда мотоцикл затащить, это целая проблема. Вот видно, здесь чуваки спускались. Один даже, наверное, на жопу упал. Как-то нужно не под наклоном спускаться, а под углом. Буду спускаться, сейчас пока камеру выключу. Погнал я вниз. Вот, ребята, закончилось мое приключение. Спасибо, что меня смотрите. Сейчас я отправляюсь в Брянск. Но сначала мне нужно добраться до Фокино. Это я уже снимать не буду. Спасибо, что меня смотрите. Еще увидимся. Всем пока и до скорых встреч. Пока я вот здесь вот шел с Орловских двориков. До сюда, до верхов. Двух собак встретил, и их все кто-то обижают, они пугливы, убегают. Наверное, местные их и обижают, бьют. Поэтому они людей боятся. Одни заводят, выбрасывают, а другие обижают их, мешают им. Посмотрите, моя обувь пыльная. Низ штанин тоже немного пыльный, можно щеткой протереть, либо постирать. Кроссовки я не очень хочу стирать, но придется. Спасибо, что посмотрели мое видео. Еще увидимся. До скорых встреч.